Всем привет! Новогодние праздники — это наконец то время, чтобы показать то, что разработчики приготовили для нас на 2017 год. 10 января китайский Crossfire получит огромное обновление, которое содержит новую карту для режима Zombie 3, в том числе старого босса с удвоенной силой. На карте будет три точки. На первой точке мы будем защищать какой-то объект. По истечению таймера мы, видимо, будем переходить во вторую точку. На второй и третьей точке будут битвы с боссами. Далее новое оружие, перчатки от этого босса и его снайперская винтовка. Далее новая серия оружия сплав. P90, пулемет Амели, М14 ЕБР сплав. Новые карты, например, такие, ну, предметы как шлем, рюкзак, очки и так далее, будут давать опыт плюс и уменьшение урона, насколько это то же самое, что в CS 1.6, VIP режим, где нужно сопроводить VIP до точки эвакуации. Здесь у нас VIP зовут Кейн. Он имеет 500 хп. Это будет бот. Вроде. Нам нужно сопроводить его до точки высадки. Террористы будут мешать. Ан-94 Сверхнова будет стоить 68800 кредитов, ну, китайской локализации. Бонусы.